Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Фердинанд Ходлер. Картина называется «Волнение». 1900 год. Холст масла 115 на 70. Швейцарский художник Фердинанд Ходлер. Виднейший представитель символизма. Еще при жизни он приобрел слова одного из самых успешных выразителей эстетики эпохи модерн. Стиль Ходлера узнаваем. Он создавал работы монументальной простоты, декоративной многозначности, в которых одной из главных ролей играет символическая природа цвета и композиции. Обращает на себя внимание пространственные характеристики и колорит картины. Ходлер любил изображать изолированные фигуры людей, как будто вне времени и пространства. Его герои не портретные, а типы, они ценны не сами по себе, а как характеристики определенных состояний или занятий. Условность пространства и особый колорит объясняется глубоким интересом художника к средневековой религиозной живописи. Запечатленный момент очень прост и не поддается интерпретации, обладая при этом удивительной притягательностью и трудноуловимой многозначностью. Важную роль в этом ощущении значительности играет монументальность изображенные фигуры. Вот такое описание нашел в картине Фердинанда Ходлера «Волнение». Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».